від професора Шаповала використання дуплексного сканування артерії в комбінації з лазерною доплерівською флоуметрією в комплексі дослідження кровотоку нижньої кінцівки для визначення тактики лікування хворих. Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, глубоко уважаемые коллеги, как вы знаете, сахарный диабет – наиболее часто встречающееся заболевание эндокринной патологии, как в европейских странах, в том числе и в Украине. Одним из осложнений сахарного диабета является синдром диабетической стопы. На данном определении разрешить не останавливаться, так как здесь все специалисты каждый день с этой проблемой встречаются. Изменения в магистральных артериях расцениваются как ранний и распространенный атеросклероз, а патологию мелких сосудов, артерию, венулы и капилляры расценивают как специфическую микроангиопатию, характерную для сахарного диабета. Начинается болезнь как болезнь обмена, а заканчивается как сосудистая патология. Целью нашей работы было исследовать микроциркуляторный кровоток нижних конечностей у больных с сахарным диабетом второго типа в зависимости от уровня окклюзии магистральных сосудов. Задача была реализована путем использования ультразвукового дуплексного сканирования и лазерной доплерской флоуметрии. Обследовано 108 пациентов с синдромом диабетической стопы, находившихся в нашем отделении в городе Запорожье за период 2014-2015 год. Средняя продолжительность заболевания диабетом составила 12 лет, средний возраст пациентов 59. Протокол ультразвукового исследования включал оценку в стандартных диагностических точках с расширением зоны обследования при патологических изменениях. Для оценки стеноза использовали таблицу, разработанную Джаггером еще в 1985 году. При исследовании магистральных артерий нижних конечностей у больных с синдромом диабетической стопы с помощью ультразвукового дуплексного исследования выявлено, что наиболее характерным признаком было продленное и многоуровневое поражение. На уровне бедра у 59% больных магистральный кровоток был сохранен, то есть сонологическая картина соответствовала гемодинамически незначительному сужению просвета бедренных сосудов. Критический стеноз составил 32%, а окклюзия 8%. На уровне артерии голени патологические изменения чаще были зафиксированы в области передней большеберцовой артерии. Количество больных с критическим стенозом составило 22%, с окклюзиями 12%. Всего у 60% больных было отмечено комбинированное и сочетанное поражение. Исследование микроциркуляции нижней конечности проводили методом лазерной доплерской флоуметрии с помощью анализатора ЛАК-02 в покое и с применением функциональной пробы. Оценку состояния микроциркуляции проводили на уровне голени, голеностопного сустава и тыла стопы. Функциональная или окклюзионная проба реализовывалась путем пережатия нижней конечности на уровне голени манжетой тонометра таким образом, чтобы вызвать остановку кровотока. Изначально снимали базальные показатели, вот момент наложения манжеты, создания этой окклюзии и момент тогда, когда мы ее снимали. После этого оценивали уровень биологического нуля, то есть показатель микроциркуляции в отсутствии артериального притока и резервные возможности микроциркуляторного русла по приросту показателя микроциркуляции после снятия окклюзии. Нами выделены основные типы нарушения микроциркуляции, позволяющие предварительно оценить состояние кровотока. На данном слайде представлен гиперемический тип. После снятия окклюзии очень быстрое восстановление кровотока, то есть нет вот этой гиперемической волны. Спастико-атонический тип. При этом характеризуется запоздалой реакцией в периоде восстановления. Критическая ишемия, вызванная окклюзией на уровне общей и поверхностной бедренной артерии, приводит к микроциркуляторным нарушениям, прежде всего с уменьшением объема артериального притока. Видите, низкий показатель, и даже окклюзия не вызывает значительных изменений. При развитии классической ишемии нижней конечности, вызванной окклюзией общей бедренной артерии, на всех ниже расположенных уровнях показатели микроциркуляции были со значительными отклонениями, а удовлетворительные только на верхней и средней трети бедра. При окклюзии на уровне подколенной артерии показатели микроциркуляции свидетельствовали о застойных явлениях в артериолах и венулах. Активация нейрогенного-миогенного механизма контроля компенсаторно приводила к уменьшению диаметра артериол. При окклюзии на уровне
передней и задней большеоберцовой артерии. Показатели, наоборот, свидетельствовали об ослаблении артериолярного сосудистого тонуса. Проведенное исследование позволило определить наиболее информативные показатели, характеризующие резервные возможности кровотока и их числовые характеристики. Показатели микроциркуляции у 12% пациентов оставались удовлетворительными даже при высоких окклюзиях, что позволило прогнозировать положительный результат и рассматривать возможности выполнения малых ампутаций. Таким образом, оценка состояния магистрального кровотока и микроциркуляции на различных уровнях нижней конечности позволяет с большей точностью оценить степень ишемии ткани и планировать тактику лечения. Спасибо за внимание. Дякую вам.